песня «Школьные годы» – любимое произведение Богдана Петрова. Хоровым пением он занимается 6 лет и планирует в дальнейшем профессионально связать свою жизнь с музыкой. Юный певец исполнил любимую песню со сцены филармонии на концерте, посвященном юбилею музыкальной школы. Она, так сказать, передает всю школьную жизнь за 3 куплета. Мне это значит радость и просто радость. Я радуюсь, когда пою. Детская музыкальная хоровая школа номер 1 готовит исполнителей и музыкантов, играющих на духовых, струнных и других инструментах. Лейла Мухамедьянова держит в руках скрипку около 10 лет. Признается, это ее первое выступление в филармонии. Во время игры я отдавалась лишь исполнению произведения, а до я немного переживала, но мне очень понравился, это новый опыт для меня. Музыка всегда была для меня самым важным, это успокоение, это и радость. Скрипка для меня имеет особенное значение, ведь скрипка дает особые эмоции, когда ты исполняешь. Для меня музыкальная школа – это необычайный опыт, это то, что помогало мне личностно развиваться. Детская музыкальная хоровая школа номер 1 является победителем общероссийского конкурса «50 лучших детских школ искусств». Достижений много, много побед на конкурсах различного уровня, и хотелось бы как-то это отметить, с одной стороны, подвести итог достигнутому, наметить планы дальше и вперед к новым высотам. У нас большая семья, не всегда дружная, но это большая семья. Но наша задача – растить граждан нашей великой страны, любить свой город, любить свою родину. В большом концерте детской музыкальной хоровой школы номер 1 приняли участие хоры «Свирель», «Радуга», «Радость», «Октябрь», эстрадно-духовой оркестр «Класс Бенд», оркестр русских народных инструментов «Самарский сувенир». Полина Чулюкова, Николай Епифанов. События.